привет всех с Рождеством. Сегодня такая классная погода, морозик такой. Прям как только-только будто снег выпал. Обалдеть. Еще такое солнышко, прям красота на улице. А я иду на работу. 10:11, а я иду на работу. Да пофиг, там все равно не горит. Поэтому, когда отработаю, тогда отработаю. Учительница тоже написала, короче. Ну, прям в группу туда, как увидит, уже ответит. И я уже вчера вечером показывала, короче, один прикол, зашла на сайт школы. Вот, и вижу такую фигню. У нас было 20-80. Что-то мне казалось 20-88, ну, там 20-80 было. И Полину выписали из больницы 9-го, а у нас 8-го высчитали за питание. И Полина после того вообще ни разу не посещала школу. И у нас еще раз высчитали 17 декабря. Офигеть. В итоге вот, сегодня сбросила утром учительнице данный вопрос. Не знаю. Если она где-то там ошиблась, ну пусть отдает со своего кармана. Ну а что делать? Пипец. Хотя она четко знает, что знала. Она знала еще с больницы, прямо с середины как бы больницы даже, что мы в школу до каникул вообще не пойдем. Поэтому, ну блин, если невнимательно, то будет тогда страдать ее кошелек. Не знаю. Если не порешается этот вопрос, пойду директору скажу, что такая фигня. Потому что меня выбесило, что в том году нас, оказывается, ставили на продленку. Там как-то совсем немного иначе. Фиг поймешь, короче, я так поняла, что мы стояли до 6, по-моему, часов вообще. И проплачивали еще одно питание, хотя мы были до 3. И получилось так, что каждый месяц там какая-то сумма была, ну, другая. Хотя мне сказали, не-не-не, там все четко-четко. Ну ладно, что было в том году, это фигня. Потому что уже не вспомню ничего и как бы не проследишь. Но это было с таким, типа, ну я ошиблась, и что? И ничего. Охренеть. А тут вот. Ну, теперь поумнела. Буду смотреть сейчас за каждый, просто за каждый день. Были, высчитали, сколько осталось. Все. Хорошо, что там хоть еще можно посмотреть на несколько месяцев. Я уже с продуктами тащусь домой. Ой, какое солнышко, класс. Вот, Денис там Полину кормит. Завтра ей к окулисту. Пойдем, короче, смотреть, что там с глазами. Вот, ну, потому что полтора месяца нам нужно было заклеивать глаз на 2-3 часа. И глаз подводят именно уже как бы к 0,8. А так у нее было вообще там пипец какой-то. Там 0,7, по-моему, или 0,6 даже. Короче, там, ну, глаз один не подводился вообще никак. На одном месте стоял, а второй вроде уже 0,9. Ну, короче, завтра на проверку. Ура, ура, ура. Вот. Хотя врач, это, ну, она не врач, если она так говорит. Она нам, блин, дает 100% гарантию, что Полина очки не снимет. Я говорю, да, у меня что, исцеление получилось или что? Почему я без очков? Многие тоже вот носили очки. Кто-то носил, кто-то нет. И в 10 лет она сама восстановилась. Переросли и все. Ну, поэтому пофиг. Ну, раз уже в одной ходим, тут нам близко, поэтому ходим и у нее лечимся. Вот так. Ну, периодически через поликлинику проверяю ее тоже показания. А то, блин, сами знаете, доверяй, ну проверяй. Фу, подхожу к дому. Короче, банщики с часа, я думала с 4, а они с часа сегодня. Кошмар. Подхожу к дому, сейчас приду покажу, что купила, и буду потом попозже делать, кушать что-то. Какую-то колбасу классную надыбала на акции, ярмарочная. Неплохо так пахнет. Нам с Полиной сырки по 2. Разные, короче, какие-то были. Тебе не дам, не смотри. Смотрит тут коту китикет. На. Вывали ему. Денису йогурт. Масло. Единственное, дешевое масло. 2,35 за 180 грамм. Йогурт греческий. До 10-го. Продрастаться можно. Колбаса Бобик. Желе Полине.
Капучино. Две штуки. Рис. Все. На завтра будет рис с колбасой. Вкусно? Китикет? 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 А что ты не ешь ничего? Фигит, проснулась и начала учить стих. Выучила стих сама. Сейчас будем есть, варю рис. Короче, дописываем математику, все. Книжку мы, получается, уже догнали полностью. И останется только две странички в этой тетради. Ну, мы вот сегодня больше час сделали. Сейчас еще про прямые и лучи покажу ей тему. И остальное уже останется на завтра. Тут уже чуть-чуть буквально. Вот. Тут и тут. Все. И останется русского языка еще тоже. Это уже на другой день. Два задания и все. Стих она выучила. Короче, сегодня вообще дофигища она сегодня сделала. Потом буду в школе рассказывать. Конечно. А не снимать на телефон. Да, то прошлое снимали. Так, 6 деталей осталось. Проблемы и дерево. Давай. Хорошо. И сейчас есть будем, потом таблетки. И завтра пойдем зрение проверять. Да? Угу. Все, давай, пиши. Вот в итоге, что мы будем кушать. Кто кушает, всем приятного аппетита. Полина! Смотри, что ты будешь кушать. Бля! Несет кучу барахлища. Держи. Помидорки. Ну все, буду папе тоже накладывать. Или котлету положить. Не надо, я знаю. Смотри, что помидоры интересной формы. У нас еще помидорки вот такие есть. Еще вот такие помидорки есть. Вот так вот. Все, тоже накладываю, буду кушать.